Для нас мир, конечно же, собираться вместе, готовиться к поездке в детский дом, например. Mm-hmm. Когда мы выезжаем в любую, допустим, в Калужскую область или в Тулу, ребята недавно ездили в тульский детский дом, где они ремонтировали стены детского дома и при этом устраивали для них скаутские испытания, где они лазили по веревкам, и тем не менее они общались с теми ребятами, у которых есть родители. Вот, соответственно, эти ребята адаптировались и социализировались. Для нас это очень ценно, все-таки как-то не просто так жить, как потребителями, но и все-таки приносить пользу другим. Может быть, еще для нас мир — это общение не только с людьми, вот как только что Катя сказала, а общение с природой. Потому что когда мы живем в городе, большинство из нас живет в городах, мы живем сами для себя, мы живем для своей учебы, для своей работы, для своего успеха. А когда мы выезжаем на природу, например, в лес, в горы или на море, то мы живем для других и для мира, который дал нам жизнь, и который когда-нибудь, конечно, ее заберет, но это помощь природе, помощь другим, и через это помощь себе самому, потому что жить для других гораздо приятнее и полезнее, чем для себя, а это гораздо приятнее и круче делать на природе. Олег? Ну, для нас... Все, я мысль потерял. Окей. Можно сначала Юлю? Юля, давай. Окей, так сказали. Супер.